хорошее настроение, и здесь очень приятная атмосфера, несмотря на то, что сегодня понедельник, и погода, мягко говоря, осенняя. Но мы все здесь, мы очень рады, я вижу много друзей, поклонников и просто людей, которые нас любят и всегда поддерживают. Это приятно. Спасибо, что пришли. Сегодня будет много хорошей музыки. Итак, мы начинаем. С осенним Парижем. Желтые листья, кафе на Монмартре и чашечка кофе. Волшебная картина. Итак, танго феи Драже. Thank you.
планируем концерты, Оля мне обычно всегда задает один и тот же вопрос. Какой будет инструмент? И в зависимости от того, каков ответ на этот вопрос, мы включаем или не включаем в программу одно произведение. Это фантазия, на фантазию экспромт Фредерика Шопена. Потому что Шопена нельзя играть на плохом инструменте. Эту прекрасную музыку нужно играть только на прекрасном рояле. Сегодня с роялем все нормально? Значит, фантазия на фантазию экспромт Фредерика Шопена. Thank you.
Одиночество. Когда мы готовились к этому концерту, мы, естественно, его репетировали и поймали себя на мысли, что испытываем мы примерно одни и те же ощущения, когда исполняем его. Это ощущение погружения в воду, когда ты плывешь по озеру или по морю, и вокруг тебя никого нет, только природа, звездное небо и бездонная глубина. Это одиночество. Thank you.
были в Испании. Потрясающая страна, конечно, великолепная природа, очень вкусная средиземноморская кухня, конечно же, коррида, и мы не могли не сходить и на концерт фламенко. И это, конечно, потрясающая вещь, и после этого мы были под большим впечатлением, и, конечно, сразу захотели написать произведение а-ля фламенко. И тут же решили отправить нашего постоянного героя, Пер Гюнта, который у нас где только не побывал, и в Японии, и на Востоке, и даже в пещере Горного Короля. Мы решили на этот раз отправить его в Испанию. И вот что из этого получилось. Пер Гюнт в Испании. Thank you.
здесь оно о времени, его быстротечности, мимолетности. Но в то же время есть моменты, когда время замирает. И это самые волшебные и лучшие моменты нашей жизни. Пускай в вашей жизни будет как можно больше таких моментов.
сейчас мы исполним знаменитую тему к кинофильмам Джеймса о Джеймсе Бонде. Открою вам секрет, это один из моих любимых фильмов, мне очень нравится. Стиль Джеймса Бонда, красивые машины, часы дорогие, стильные костюмы, потрясающий подбор актеров. И мне кажется, что под эту музыку каждый хотя бы один раз чувствовал себя шпионом, как будто бы он через некоторое время обаятельно и непринужденно спасет мир. И сегодня у вас будет такая возможность. Прямо сейчас. Внимание. Совершенно новое произведение, и оно в тему, потому что оно на осеннюю тему. Называется оно «Autumn Leaves», или в русском переводе «Опавшие листья» почему-то. Thank you.
музыки перенесемся в жаркие страны. Танец с саблями. Спасибо.
Спасибо большое, друзья. Спасибо, что пришли. Надеемся на новых встреч.